Всем привет! Наши друзья говорят, что у нас унитазов нет, машин стиральных нет, ничего у нас нет, а у нас все есть. Так что вот посуду помыли, сейчас покажу. Отличное дело, прекрасное, все есть, вот так. Открываем и достаем. Вот. Стаканчики из-под сметаны не выкидываю, буду в них рассаду сажать. Вот так. Все, посуду помыли. Проблем нет. А то они там ерунду какую-то городят, что мы здесь в России плохо живем. Кастрюли моем, и сковородки, и ложки, чашки, все. А им такое и не снилось. Они сказали, что они согласны 3 года без света жить. Вот пусть и живут. Вот и все. Раз, и все дела. Сегодня у меня была куча дел. Сегодня я мыла, стирала, мыла посуду, потом что я делала? А, двери мне сегодня привезли, двери принимала, кушать готовила, в магазин ходила. Вот столько у нас дел. Каждый день без дела не сидим. Что-то делаем, делаем, делаем. Так, поставим на место. Так, что у меня тут? Половник. Вот и все. Дела, делишки. Делишки, дела. Так, сейчас ложки на место. Красота!